Более 620 тысяч анализов москвичей отправлено по электронной почте. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Пресс-служба Департамента здравоохранения столицы передает, что к сервису на портале мэра Москвы обратились в этом году более 400 тысяч раз. Более 620 тысяч анализов москвичей отправлено по электронной почте. Сервис в тестовом режиме заработал в июне 2019 года. Результаты анализов приходят в среднем в течение суток после их готовности. В сообщении департамента говорится, что для получения такой услуги нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru и во вкладке «Здоровье» выбрать пункт «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте». Для работы с сервисом нужно быть прикрепленным к городской поликлинике, указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а в личном кабинете написать страховой номер индивидуального лицевого счета. Пока у меня все, еще больше новостей столицы и не только на сайте mymsk.online.